Итак, дорогие друзья, пробрался я в столовую с боем, сказали снимать нельзя, но по предъявлению моего посвящения журналиста меня таки пустили. Вот. А что я хочу сказать? Потрясающая столовая, прекрасная пища. Вот это у нас суп. Такая небольшая, конечно, порция, но как бы суп. Было три вида второго, именно, как это, гарнир, да. Каша какая-то пшеничная, потом еще какая-то каша. И лобио называется. Я так понял, что это фасоль какая-то такая затушенная. Вот. Потом у нас идет салат. Был у нас трех видов. Вот у нас редиска, короче, капуста, второй вид салата. Потом еще у нас идет, как его салат этот, винегрет, да, хлеб. Потом помидорчики были отдельно с огурцами, вот. И отдельно икра заморская баклажанная. Ее было там целый вагон, ее никто не ест. По поводу мяса, значит, у нас есть вот такая запеканка с сыром, бомбовая. Во-первых, шведский стол, я забыл сказать, что шведский стол. Потом этого лобио я еще взял себе. Потом идет печень. И идет, короче говоря, окорочок. Кроме этого еще я взял хлеб белый, был еще черный, черный не взял. Меня эти, конечно, охранники все поднапрягли. Вот. Но что еще? Это все вышло 100 гривен. То есть ты сейчас можешь поесть это все, шведский стол, и пойти как бы себе еще набрать там, что ты хочешь, там, ты хочешь как бы есть, короче, вот так вот. Так что, ребят, посещайте Куяльник просто ради интереса. Вот. Всем удачи, благословений, слава Богу. Вот. Всем пока.